Это World Food 2022. Здесь продолжают обмениваться опытом лидеры российского рынка продуктов. С одним из них поговорим прямо сейчас. Это Валентина Шкезина. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о своей компании. Чем вы занимаетесь? Наша компания занимается производством ореховой пасты из активированных орехов. То есть мы орехи предварительно замачиваем в чистой воде на срок от 8 до 12 часов. В результате этого процесса выходит фитиновая кислота, и все доступные вещества, полезные микроэлементы становятся усваиваемым для организма полностью. Потом мы орехи наши высушиваем и вымалываем на каменных жерновах мельничного типа. Как долго вы представлены на рынке с такой продукцией? Мы достаточно молодая компания. На рынке мы только с января этого года, практически 9 месяцев. А были какие-то определенные сложности в начале? Сложности, наверное, были с поиском поставщиков и выбора продукции, потому что мы к этому процессу проходим очень тщательно и основательно, выбираем орехи. Я сама лично езжу к поставщикам, пробую и выбираю то, что меня удовлетворит по вкусу и по качеству. Наверное, были только с этим. Да, Валентина, скажите, представлены вы широко в России? К сожалению, пока не широко. Мы реализуем свою продукцию на маркетплейсах пока на Озон, на Wildberries и в небольших магазинах, которые представляют экопродукцию. Сейчас здесь, на этой выставке, хотим найти новых партнеров и выходы на новые рынки. Участие в выставке, я так понимаю, принимали всю неделю. Скажите, посещали ли форум и были ли успешные какие-то знакомства, контакты и новые поставщики? Да, участвовали в форуме, присутствовали вчера на форуме здоровой продукции, посвященному. Нашли очень много контактов, магазинов, даже региональных, которые подходили и с удовольствием готовы выставить нашу продукцию. Сейчас мы будем работать в этом направлении и расширять наши объемы производства. А помимо расширения объемов производства, есть ли в планах расширение линейки? Да, есть расширение линейки в планах. У нас есть уже разработанная новая паста, это фисташка. Сейчас, кстати, на выставке мы тоже познакомились с иранской компанией, которая занимается поставками фисташки иранской. И планируем с ними посотрудничать в этом направлении, чтобы была возможность реализовать нашу пасту. Она уже отработана, но вопрос был в поставщиках, где взять ту фисташку, которая нам нужна. Спасибо большое, Валентина. Тогда желаем, чтобы ваши планы осуществлялись. Да? Да, у нас есть успехи. У нас серебряная медаль за продукт года за нашу пасту. А где медаль? Почему не принесли? Медаль осталась дома, нам ее вчера вручили. К сожалению, мы ее не взяли сейчас с собой. Тогда поздравляем вас и с наградой, и с успешными контактами. Желаем вашему бизнесу процветания и расширения. Спасибо огромное.